Я погружаюсь все глубже и глубже в состояние гипнотического транса. Происходит полная синхронизация с энергиями. Я максимально глубоко погружен в состояние транса. Я сейчас вижу энергию Украины. Сейчас погружен в состояние транса. И вижу перед собой энергию Украины. И чувствую энергию России. Мощную, сильную, мудрую. Энергию Украины помоложе. Как девушка. А Россия как... Больше как мужская энергетика такая идет. Мудрости. И у Украины, как вот этот Донецк, Луганск, как рана, кровоточащая рана. Как такая кровоточащая рана. И сейчас, как болезнь, то, что происходит, вот идет такая энергетика, так показывают мне образы, что это как болезнь идет в Украине. И как какая-то хирургическим путем, Как как полное операция. уничтожение. Как операция идет. Идет операция. Идет операция и болезненная. Все очень болезненно. И тому, кто операцию делает, тоже очень болезненно. Очень болезненно. Но это все будет сброс. Очень-очень мощный будет сброс негативной энергетики. Сброс ненависти, которая накапливалась между братьями, между странами. Вот этот конфликт Донецк-Луганск, который 8 лет тянулся, показывает, что все был предел, дальше нельзя было тянуть. И то, что сейчас происходит, это сброс этого конфликта минус на минус. Идет как-то вот минус на минус, и он обнуляется и исчезает минус. И его не будет. И его не будет, и все зацветет. Показывает какой-то как вот, как это железный занавес, то есть как железная с границей будет. Какая-то железная стена С какой границы? с Европой, вот тут, там, вот туда. Как с Европой опять появится стена непонимания, какая-то стена полная, но у нас вот тут вот, на Украина, Россия, Беларусь, все будет хорошо. А там они как будто сами что-то начнут между собой, что ли, конфликтовать в Европе. А мы не как будто не будем вмешиваться. То есть вот там вот за границей они начнут сами друг с другом что-то воевать. А у нас вот тут пойдет объединение очень мощное. Очень сильное объединение пойдет. Это где-то 3 года. В течение 3-5 лет все утихнет. Конфликт, горячая фаза. Вот это горячее, вот это все как горит, я вижу. Дым, страх, боль. Когда закончится, хочу спросить у высших сил. Прошу, дайте мне ответ, когда это закончится. Больше идет как 3 месяца. 3 месяца. Три месяца какая-то будет еще тлеть, недовольство, а потом начнет спадать. Недовольство начнет исчезать. И рассвет. И рассвет наступать будет рассвет. Рассвет.
Может быть, какие последствия будут извне? Будут последствия какие-то извне? Нет. Прям вообще четко вижу, что нет. Извне не будут сюда никакие лететь. Ракеты, бомбы. Извне. Нет. И какого-то влияния извне не будет. И опять вижу, что обнимаются военные. Украинские и русские обнимаются. И вместе какую-то службу несут. Вместе. Души туда перейдут. Показывают это, что поднимаются души так легко. Потому что они как какие-то, как воины священные. Что с одной стороны, что с другой. Ничего с ними темного не будет происходить. Они как святые воины, как священные какие-то воины. Что с одной, что с другой стороны поднимаются вверх. Спокойно, мирно, дружно. Как святое воинство, знаешь, святые воины. И как-то вот все равно как одно целое. Даже куда они поднимаются, нет вражды и нет обвинений друг другу, опять как одно целое. Вижу, кто потерял, кого-то потерял, берут из детских домов детей, семьи. Из детских домов, как будто всех-всех-всех детей. Все дети как будто между людей расходятся из детских домов. Кто где кого потерял после этого конфликта. Попадают вот эти дети в семьи. Да, тяжело все. Но нужно все принять как есть. Принять как есть, и будет светлое будущее. Совместное светлое будущее будет. Вот увидите. Чем быстрее это все закончится, чем быстрее ненависть спадет, вражда спадет, придет доверие, придет поддержка, придет помощь. Друг другу какое-то объединение народа произойдет. Прямо объединение народа. Вот эта боль, она как будто объединяет весь народ бывшего Советского Союза. Все как объединяются. Что Дальний Восток, что Казахстан. Что другие страны. Идет как объединение. Славянские народы не сломать, не запугать, не разъединить. Есть силы, которые мечтают об этом. Нет, показывают сверху. Это невозможно. Иначе все. Если это произойдет, то все. Рухнет все. Никто этого не позволит сверху. Ни в коем случае.